Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру. Продолжаем играть в игру Max Payne. И на сегодня у нас глава 4 в чреве Нью-Йорка. Это прочитаете на паузе. Поехали, мы продолжаем выбираться из отеля. Из отеля мафии. Перезарядили ружье и пошли. Наверху мы перебили кучу народу, кучу мафиози. А вот и они. Ой, как вас много-то, как вас много-то. Первый готов. Ай, не хочу я такой-то. Я хочу, чтобы все сделалось быстро и легко. Ну и что делать будем? Пистолетики возьмем. Или попробуем с обрезом поиграться. Бейго! Не, так нельзя. С ружья нужно как-то. Как-то нужно это проделать с ружья. Блин, долго развернуть. Попробуем с пистолетика. Может, повезет. Да, блин, сложненько. Как-то реально сложно стало. Ну, хорошее место, они здесь прострелить-то не могут. Ну, а я здесь. Смотри! Ах, вы гаденыш, а. Пристрели его! Давай, 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 сюда иди. Нормально, вы же не умели. Сразу двоих. И третьего. Все, сохранили сразу. Наверное, если хороший выстрел будет. Что там у вас еще? Чрезвычайное положение в связи с метеоусловиями. Чрезвычайное положение в связи с метеоусловиями остается в силе на территории всех штатов. Град, сопровождаемый обильным снегопадом, продолжается. Многие дороги уже перекрыты. Жителям рекомендуется оставаться дома. Метель свирепствует в Нью-Йорке уже третий день, и в конце ей пока не предвидится. Нас начало заваливать снегом с самого начала расследования. И все говорило за то, что снега будет еще более чем достаточно. Однако заснеженный город был на моей стороне. Он уменьшал вероятность того, что в перестрелке погибнут невинные прохожие. Ну окей, окей. Пускай так будет.
Пускай все будут дома сидеть. Все, пошли. Нам дальше нужно пройти. Ой, здрасте. Там баллон вроде был. Точно. Баллон. Как-то убить можно, можно. С помощью обрезика. Первым делом. Один. Вот так вот, всех убили. Убили мы всех и боеприпасы забрали. Чем тут нужно сделать? Так же вылезти, да? Да-да, нам нужно выбираться отсюда. Собирая попутно информацию. Это что за колбаса такая? А, это баллон. А похоже, что колбаса какая-то. Для меня. Так, нам куда идти-то нужно? Там закрыто. Это не открывается. А вот, открой. Ну ладно. Что нам делать-то? Ау! Идеи у кого-нибудь есть? Любые идеи. Эта дверь не открывается. Это тоже не хочет. Ау! Что делать? Тут ни ключей, ничего нету. Нормально так. Вообще прекрасно. Обратно в лифт, что ли, идти? А, получилось. Ау, что делать-то? Ну, этих ничего нету. Может, баллон какой-нибудь нужно взорвать? Точно! Это работает. Толку-то, что работает. А толку, что работает-то, тут ничего нету. Ни улик мы не собрали, ни это. Тут только окурки есть и... Может, сюда нужно? Не, это не работает. Это тоже не работает. Вот две двери есть.
Есть две двери. И обе закрыты. Могу еще предложить гранату бросить. Что, серьезно? А если я попробую расстрелять их, чтобы чем гранату портить? А! Ну, так сразу бы и сказали. Так, возьми лучше тогда это вот. О! Наконец-то додумались. До идеи хорошей. Что-то сказал? Не получилось нормально. Возьми обрезик. А че не выстрелил-то? Ты уже должен был выстрелить. О! Нормально, вы тут кого-то избили. Че он тут делает-то? И вы хотели его сжечь, да? Окей, вы скажите что-нибудь. О, дверь теперь открылась. Блин, открывалась. А что тебе сказать нужно? Я щелкал эту кнопку, что не получалось-то? Мертвец, привязанный к стулу, лежал в бейсбольной... Мертвец, привязанный к стулу, лежал в бойлерной на полу. Капитана бейсбольной биту еще никогда не удалось победить. Гульп. Но 6 банок шипучки, кого хочешь, уложат. Это все? Орудием убийства послужила бейсбольная бита. Она лежала здесь же, в луже крови. Рядом с газетой, раскрытой в страничке комиксов про капитана бейсбольную биту. А? Кто-то комиксами увлекается. Пошли дальше. Сохранились. Это закрыто. Нам туда получается. Не, нам нужно это. Почему они все время селятся в том месте, в Лос-Анджелесе? Там 600 убить ублюдка! О, как видите, как хорошо улетает. А? Как все хорошо. О, еще один вылез. Ай, чуть-чуть здоровье потеряли, чуть-чуть. Нужно главным попасть, получить примерно в голову. Подожди, вот что они мне говорят? Они про снег говорят, что где холодно. Убить ублюдка! Не интересует. Держи его! Да твой тип. Прикончи его! Не, все, хочу сделать нормально.
сохранились. О, все молодцы. Это у нас, как я понял, кухня, да? Ну что ж, еще двоих убили. Перебили. Тут ничего полезного нету. Есть аптечка. Давай, давайте. Аптечка это... Аптечка это полезная вещь. Хорошая вещь такая. О, попали куда-то. На первый этаж куда-то. Занято. Закрыто. Выход. Ой, ворвался не туда, куда следовало. Чего они там говорят? Зелень на зелень меняете? Это как? Зачем вам одни деньги менять на другие деньги? Кроме... Да, блин, ну давайте стрелять на нормально уже. Первый готов. Их тут всего лишь четверо. Две перезарядки всего лишь. Смотри! Второй готов! Третий готов! Все, на, в рожицу. Ах. Не, можно еще лучше сделать. Ай, блин, сложненько. Нехорошо полетели. Да, блин, почему я тут это... Сейчас плохо обстреляю-то. Второй готов. Да, блин, сложно стреляется. Главное попасть нужно, главное попасть. То, что точка маленькая, это ладно. Она немного побольше будет в обрезе. Главное, нужно попасть нормально. Не в бок, не в кос, а просто попасть нужно. И стрелять нужно чуть повыше. А если я в другую сторону полечу? Да, блин. Максимум это вот один выстрел, я пропускаю. Это один выстрел всего лишь. Два выстрела, один выстрел я пропускаю, нормально. Ай, не туда полетело. Да блин, что за херня-то? Два с разбегу вот здесь вот. Да блин, что за херня-то? Почему я проигрываю уже?
сохранились заранее. Ай, блин, сложно. Все. Молодцы. Прекрасно. Всех уделали. Кое-как. Кое-как с обреза, но мы всех уделали. Все, посмотрим, что они там. Что там они торговали-то. А? Как хорошо мы сюда вот прибыли. Наркотики. Против деньги, да? Да-да-да. Ключики. О, ключ к решетке. Может, возьмешь там себе денег, а? Бухла купишь. Не хочешь? Ну и ладно. Все, пошли дальше. О, обезболивающее есть. А у меня и так этих обезболивающих. О, молотов даже есть. А тут у нас? Пусто. Пусто. Все, пошли. Мы, наверное, перебили еще одну партию больших боссов мафии, да? О, берета еще одна. Ладно, пошли дальше. Это у нас по-прежнему закрыто. Еще туалеты. Так, выход, бар. Представь себе, эти идиоты были готовы убить друг друга. Выходят они в другую комнату, но думаю, сейчас потеха начнется. Как бы не так, они уселись перед телевизором и устроили поединок на видеоприставке. Вот что я тебе скажу, Кэнди. Я так расстроился, что удавил обоих кабелем от телевизора. О, Рика, ты такой плохой мальчик. Ну да. Тебе нравится? Рико Муэрте. Его разыскивает полиция. Что за черт? Это тот коп? Муэрте нужен был пистолет. И он в заложники взял, да? Ой! Надо сразу прыгать. Ой, не сейчас прыгать. Убили. Это что, девка стреляет? Она вообще умеет стрелять? Ну да, она умеет стрелять. Стрелять она умеет как раз. Ну ладно, окей, разберемся на месте. Разберемся на месте. Нормально так. А у него УЗИшка есть, кстати. Он стреляет из УЗИ. А кто он такой-то? Ой, блин, нехорошо тут получается немного.
получается немного нехорошо. Ай, блин, нехорошо выстрелил еще раз. Нужно сделать все удачно, нормально. Все идеально нужно сделать. Да ты! Сразу сохранюсь. Уходи нахрен от выстрела. Да, блин. Да чё за... Так, быстро уходи вот сюда вот. Эти пейн. А как убили всех. Но меня этот результат не устраивает почему-то. Это пейн. Пейн это пришел. Убегай, убегай, убегай. Быстро, 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 быстро. Сохранились. На, блин, долго перезаряжаешь. И в рожу нужно выстрелить ему. Вот как-то так. Сразу же нужно прыгнуть. Ай, все выстрелы нужно делать очень точно. Нормально так. Стрельба тут настоящая. Да блин. Назад нужно отпрыгивать. Да блин, сложненько как, а. Почти же завершил же, а. Да ты... Нет, сюда нам нельзя прыгать. Нам нужно прыгать назад. Все. Всех перебили. А мы здоровья не убавили даже. Мы победили, мы победили. А, девка осталась. Ну, девка стрелять не умеет, она так стреляет. Она стреляет, лишь бы, чтобы стрелять. Учи, пистолетики! Как круто! О, видите? Ой! Ой, ой. Стреляет, как она хорошо.
Да блин. Надо из пистолетика ее убрать. На нее даже без этот дробаш не хочется тратить. А можно вообще дубиной ее забить. Не совсем. Тоже как-то здоровье тратится. Что за херня была только что? Я в голову... Сколько я там выстрелов сделал? С Берутой нужно строго стрелять из двух рук. По-другому враги не понимают. А что это такое? Что-то я как-то сейчас не понял юмора. Юмора я как-то не понял. Она просто не умирает с одного выстрела. Нормально так ее прокачали здоровьем. Что это за херня-то? Она что такая тонкая, что броня ее... Вот, дробь ее не берет, что ли? Нормально так ее прокачали. Видите, 4 дроби с такого расстояния. Не-не, тут что-то не то. Я хочу нормально быстрее убить его. Так, пускай перезаряжает свой пистолет. Еще. 1, 2. Я тут. Ой, зачем это сделал? Ну? Она быстро перезарядила. Попробуем дикую. Не, нормально ее прокачали вообще. Это что за девка-то такая-то, а? О, кое-как. Может плюнуть на нее? Если она даже в рожу не берется, что за терминатор-то? Терминатор. Стреляет она, может, и нормально, я перепутал чуть-чуть. Ну вот как ее прокачали. На, наконец-то. Сколько там боеприпасов-то я на нее потратил-то? Это ж пипец как просто.
Столько боеприпасов бери ты тут на нее. Это Чимедж же. Че он там за титановый сплав-то? Ладно, окей, пошли. О, а ты еще здесь. А я просто открыл дверь. Да давай, быстрее, там УЗИшку мне нужна. Ай, твою мать. Вот мафиози какой, а? Стойкие. Какие стойкие мафиози, боссы какие, а? Не, надо, же, надо в эту сторону прыгнуть. Да ты говно. О, наконец-то. Убежал бы в другую сторону. Ну и куда ты убегаешь? В какие ебеня убежал? Далекий, далекий ебеня. А я в тебя попадаю. Нормально так. Так, пускай он доходит до конца. Вот, молодец. Бери, бери ту. Не, тут тоже небезопасно. Тут тоже нехорошо. Ладно, давай аптечку быстро. В трусах он бегает. С узетой. Да блин, чем с ним делать нужно, а? Чем мне нужно с ним проделать-то? Если он так не убивается. О, видите? Он из УЗИ меня пытается убить, а он, а я... Так, я вроде понял, что нужно сделать. Все, убегаем, убегаем нахрен, убегаем. Там полно аптечек всяких.
которые можно использовать. Нормально мы сохранились. Давай еще. А это граната простая, че взятая. Да и что там состоишь-то? Да, кое-как ты его убиваем уже. Его убиваем почти уже. Не, отмена, отмена, отмена. Вот самое главное, это УЗИ, это самое. Это самое главное. Это вот самое-самое проблемное место. Мы кое-как его один только раз убили. Это, наверное, есть там любимый, да? Как сложно же, а? Я готов потратить вот мое здоровье на восстановление от боли утоляющие. Но это сложно. Вот как он чего там состоит, а? Босс там вообще не сложный. Ах, ты, блядский ты. В труселях тут бегает. Не, к нему нельзя вообще подходить. К нему нельзя подходить вообще. Только вправо и влево. Не, нормально, нормально. Убегает тут сразу трое. Ладно, еще давай, держи еще одну. Да, блин, просто берет и разносит меня. Это самое, что не сложное. Сохранились. Г-
Главное к нему не приближаться. Это самое сложное. Самое главное. Самое главное это не, к нему не приближаться. Он изюзи разносит только в пути. Так, попробуем немного дальше отойти. Немного сейчас постреляем. Ай, да ты... Ох, проблемы-то какие, а здесь... Уходим, уходим, уходим. Еще в трусах бегает. Уф! Победили. Победили. Все, тут у нас есть аптечки. И аптечки есть. Вот одна здесь есть. Взяли. Две здесь или одна? Две. Во. И одна в баре. Я УЗИ. Что это такое? Да, это УЗИ, УЗИ, УЗИ. Я не ошибся. Ох, как много мы этого потеряли. Давайте зайдем, пополним боеприпасики. Очень много боеприпасов мы потеряли на нем. На, пополняй. А что, больше ничего нету к этому к этому дробовику? Обрежу. Здесь не, ничего нету, пусто. Ладно, пошли, все. Ах, бегал тут в трусах все тихо. Ой. Перед девкой тут воображал. Да, он сложный был. Вместе со своей бабой. Так, сохранились. Мы вроде вышли уже. Кнопка выход. Бери, да? А, аптечка. Так, полечись. Че это? В задней комнате приемной был старый телефонный коммутатор. Из тех, что легко прослушивались. Было несложно представить себе жирного сутенера, сидящего здесь с наушниками на голове и слушающего, как его девочки говорят с клиентами. А, как говорят клиентам, скабрезности изображает оргазмы. Сейчас здесь можно было услышать совсем другие стоны и восклицания. Босс, гоните это... Босс! Гоните. Это все Макс Пейн. Он пришел и перебил всех, как кроликов. Он пришел. Вы что? Шутки и шутите. Это один полудохлый коп. Лучше тебе сказать, что это шутка. Понял? Прикончите его, идиоты. Какого черта вы возитесь? Эй, эй, алло, отвечайте, кто-нибудь, алло. Слово было произнесено и по понятиям. А слово было произнесено, и по нитям городской паутины понеслись
новые распоряжения. На горизонте появилась угроза. Макс Пейн был на свободе. Ну ладно. Все, пошли. Я полностью со здоровьем нормальный. Пошли дальше. Все. А есть еще этот этаж. Два проверим. Не работает. Пусто. В этом туалете что-то. Аптечек нету. О, еще один. Че это? Я все здоровье потратил на это. На. Точнее, все часы потратил на битву с боссом этим. Че мы ищем-то? Надо по-прежнему выбраться из гостиницы. Мы убили кого-то из высокопоставленных и... О, крыша. Теперь чё? Ну, почти, мы почти выбрались. Почти-почти. Мы на втором... Мы на крыше первого этажа. Это разбинок. Ой, здрасте. Да, блин, убей нахуй. Так, давай еще раз. Они без меня не выйдут. Им нужен я. Ах ты гаденыш, а? Да? Сразу двоих отработал. Двойной магнум. Не, убери. Патронов мне пока нужны. Мне нужны пока патроны. Понятно, не попал. Да блин, что такие бронированные это стали? А, мафиози. О, попал наконец-то. А если получше попробовать? Да чё с вами стало-то? Стреляй нормально вроде. Умираете только с двух выстрелов. Чё стало-то с вами? Вот сейчас промах был. Ну, наконец-то. Да, блин. На, в рожу уже получил уже. Или это как-то слабая дробь какая-то.
Вот я вижу, что что-то летит не туда вот. Текстурки наркни. Вот теперь все нормально было. На. Убили, все молодцы. Хорошо. У нас со здоровьем все нормально. А, у вас береты были, да? Телефон. Ну-ка, покажу мне УЗИшку. Ай, какая-то вот. Патронов мало пока. Ждем. Пока я все еще ждем патронов. Как и совсем. Получается, мы сейчас просто вернулись, да? Это выход, да? Нет, он по-прежнему закрыт. Вот еще одна дверь. Но она тоже закрыта. А куда идти-то тогда нужно? Не понимаю я что-то. Как все закрыто было, так закрыто и остается. А вот что делать-то нужно? Мне сколько-то раз нужно нажать-то? О! Все, выбрались. Мы оттуда. Перебили кучу мафиози и выбрались. Все, вместо нас заговорят пушки. Мы будем уже смотреть в следующей серии. А сейчас давайте на этом и закончим. Смотрим комиксы. Повернуться и уйти. Скрыться из города. Это было бы самым мудрым решением. Я был не настолько мудр. Ночлежки Люпина представляли собой клоаку, состоящий из самых разных отбросов общества. Лавка со спиртным, ломбарго, ломбард, прачечный автомат, полная подпольных букмекеров и скупщиков краденого. Список можно продолжать бесконечно. Как и откуда, я не понимал. Но им было известно, что я из полиции. Они знали, что я иду, и готовились размять указательные пальцы на курках. Я не ожидал, что у Люпина меня встретят фейерверком. Ручьи талой воды напоминали расплавленное золото. Столб огня подбросил останки автомобиля в небо. Пламя отражалось от кузова черного Мерседеса, медленно и величаво выезжавшего на улицу. Казалось, что водителя не волновали такие мелочи, как взрыв бомбы. Я успел отлично рассмотреть того, кто сидел рядом с водителем. Это был Владимир, глава местной русской группировки. Досадная муха в супе Дона Пунчинелло. Опять русская мафия, да? Звон в моих ушах вызвал внезапно... Звон в моих ушах вызвала внезапно разразившаяся война между мафиозными кланами. Скорее всего, между русской мафией и итальянской, да? И все. Водка. Ну да, это точно наши. Как еще нас еще америкосы могут представлять, если не так вот?
Кажется, проблемы продолжаются у нас. Не успели мы выйти из отеля, так у нас еще и проблемы появились, да? Дополнительного характера. Ну да, ну да. К нам в нашу проблему еще и русская мафия прибавилась. С вертолетом. Ладно, окей. Давайте на этом мы и закончим. Все. С вами был Виктор. Всем пока.